Я Анастасия Ефременко. Я учусь в РТРАД «Дети», Москва, Россия. Во все времена женщины хотят быть красивыми. Леонардо да Винчи рисовал Джоконду, и она стала символом красоты того времени. В наше время красота изменилась, но осталась настоящей ценностью. Это я хотела отразить в своей картине. Связь красоты сквозь времена и столетия.